Ремонт в квартире. Утепление стен и также шумоизоляция будет проводиться так называемым вспененным полиэтиленом, материалом Кепофол. Утеплитель 3 в 1. Работает и как пароизоляция, и как шумоизоляция, и как основное утепление. Вот данный утеплитель. Послушный материал не прожимается. Вот, прожать его практически нереально. Вот, бесполезно. Плотность у него высокая. Соответственно, сразу устанавливаем расчесочки. Непосредственно для того, чтобы потом направляющие установить и на гипсокартон все это дело. Сделаем гипсокартоном отделку. Дома очень старые. Вот, класс энергоэффективности D, то есть это низкоэнергоэффективные, совсем самый низ плинтус. Соответственно, приходится утеплять так, так как снаружи фасад нам никто не утепляет. Углы делаются в распор, чтобы не было никаких щелей. Промежуточные между ними четверти, так называемые. Вот она, четверть, она будет свариваться монтажным феном строительным, чтобы не выпускать тепло.